Здравствуй, мой маленький друг. Мы предлагаем тебе подкрепиться соком из самого сердца растений. Сегодня тебе предстоит съесть оба куска. Это первый. Музыка регги всегда и у всех прочно ассоциируется с Ямайкой, солнечным пляжем и ласковым морем. Вечная серость петербургского неба, напротив, кажется, не имеет ничего общего с позитивными вибрациями, наполняющие регги теплом и радостью. Вокалист и бессменный лидер группы «Сок» Максим Новый, он же Макс Сок, так не считает. Регги народов Севера – его изобретение. Чем холоднее и противнее питерская погода, тем больше хочется петь о солнце и море. И надо заметить, что Максим делает это очень заразительно, так что на каждом его выступлении ему подпевает весь зал. 16 сентября в этом смогли убедиться посетители Vinyl Story Club, пришедшие поздравить Максима с днем рождения. Но она что-то сразу поперла, я даже не знаю почему, хотя я очень брутально себя веду в последнее время. То есть, ну, с точки зрения социальной дисциплины. То есть я себе позволяю там и то, и все, я не буду углубляться в детали, а то за нами начнут следить. Просто, как бы, когда человек, мне кажется, начинает быть честным с собой, у него начинается какая-то пруха в жизни. И я даже не понимаю, что случилось, но вот последние два года я был на Утрише, под Анапой есть такие места, там типа лагуны, там огромное нудистское поселение в несколько километров. И там люди живут в палатках, едят с костра, и они живут некой общиной. И если это как тюрьма, если ты как бы не найдешь определенной честности в этом обществе. Там тоже, это хипанское поселение, но в нем тоже есть своя честность. И я в этом как-то влился и понял, что это меня очень сильно изменило за последние два лета. И у меня начинается в жизни что-то хорошее в плане реализации, то есть у меня сыпятся такие предложения, о которых я не мечтал, и я не понимаю, они нелогичны, потому что я для этих людей на сегодняшний день менее надежный человек, чем вчера. То есть я могу, в принципе, реально в какой-то момент забухать, закуриться, там, не знаю, где-то завалиться под забором с бомжами, там, вот, петь песни три дня в тамбуре, уходящем, там, не знаю, на край земли. Вот, то есть у меня в этом плане дестрой какой-то пошел, и почему-то параллельно с этим совершенно конструктивное такое социальное развитие в плане, там, предложений, каких-то вариантов, гонораров в том числе. Вот среди раст, реальных раст, немного. Очень много стало, ну, как бы, имиджмейкеров. То есть людей, которые решили на этом заработать деньги и, ну, просто делать трехцветные афиши и так далее. Вот. Но есть среди моих знакомых на сегодняшний день очень много людей, которые реальные раста. А раста – это человек, который, ну, твой брат, он тебе всегда тебя выручит, поможет. Это просто друг. Раста – это который друг всем, в принципе. Это как Иисус Христос. Он тоже был раста по-своему, только это не меняет того, что там Бог един. А регги-движение, ну, люди стали делать качественный саунд, потому что друг другу все наступают на пятки в плане качества. И, к счастью, это стимулирует, в отличие от нашего, ну, как бы, государства с точки зрения политики, они стараются все сделать моногамным, чтобы, то есть, бизнесменов гноить в тюрьме, там, короче, там, всех, короче, раскидать на контроль и таким образом занизить планку. Если у тебя нет конкуренции, вот, например, вы единственное телевидение в России, вы можете любое говно делать. А если вот будет таких, как вы, которые делают, и так, слава богу, пока будет, все больше и больше будет конкуренции, люди будут делать, обозревать происходящее с помощью любых девайсов, там, и все будут тянуться за тем, чтобы свой уровень подтягивать все время вверх. Потому что если у тебя фиговая картинка, тот же там этот 100-500, начинал там, было видно, что он с какой-то камеры Галимой снимает первые выпуски, сейчас он уже снимает, видно, с Full HD. Вот, и все это, и какие-то, и в монтаже уже пошли какие-то штуки. То есть я вообще за конкуренцию. Мне очень обидно, что наша монохромная, я бы сказал, даже дебильная власть,
она как раз подрезает вот все эти возможности развития в нашей стране. С точки зрения малый бизнес, одни только разговоры, например, там игровые системы, они сказали, там на 101 километр зашли все игровые автоматы, тут же открылись в качестве этих интернет-клубов. То же самое, то есть постоянное наебалово. Ну и как к этому относиться? Я, как обычный гражданин, просто недоволен. Я недоволен разговорами о коррупции, которая растет с каждым днем. Я недоволен всем этим. Я буду об этом петь. Вот как бы захотите меня, пристрелите, на мое место придут другие. Это как скалопендры. Его убиваешь на районе, сразу появляется 5 новых. Ну, я бы и себе, и всему миру хотел пожелать в первую очередь духовного, а второй очередь физического здоровья, чтобы нам хватало на все, на все наши трипы, чтобы, в общем, чтобы мы были сильными и чтобы цели наши были светлыми, чтобы нам на это хватило здоровья, какими бы путями к этому ни шли. То есть, может быть, иногда человек, там, как Высоцкий, может всю жизнь торчать и бухать, но в итоге он после себя оставляет след. Ведь никого не ебет на сегодняшний день, что Джимми Хендрикс захлебнулся блевотой. Самое главное, что он оставил после себя. И таких тысячи, тысячи среди нашего брата. Я делаю вдох. Делаю вдох, затаив дыхание. Во мне есть Бог, самоосознание. Делаю вдох, затаив дыхание. Во мне есть Джа, самопонимание. Делаю вдох. Сделайте вдох. Пришло тепло. Птица собирается лететь к морям, где мы с собой являемся. Закон Вавилона грозит, что по мне плачет зона. Но Растаман верит Джа, Джа вне закона. Огнями яркого солнца, прохладного ветра. Твоя душа раста, моя душа лето. Плетены волосы в золотые косы, сотканы волосы. Напои меня своим серебром, золотом утренней вешней расы. Мне кажут все Джанима, 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 мама. Только тюрьма, только с ума, только зима. 282, но несомненно, что есть Джа во вселенной. Несомненно, есть Джа во вселенной. Чувство больше от года к году. Город давит на мою свободу, закрывая домами величие неба, заслоняя домами величие природы. Зи-зи-за-за-за-за-за.
несомненно, есть же во вселенной. Несомненно, есть Христос во вселенной. Чувство давит от года к году, город давит на твою свободу. Закрывая домами величие неба, заслоняя собой величие природы. Я делаю вдох, затаив дыхание, в тебе есть Бог, самосознание. Делаю вдох, затаив дыхание, во мне есть Джа, самопонимание. Делаю вдох, затаив дыхание, в тебе Иисус, самосознание. Делаю вдох, затаив дыхание, в тебе Аллах, самопонимание. Сделайте вдох, сделайте вдох. Делайте вдох, делайте вдох, делаем вдох, делаем вдох, делаем вдох, делаем вдох, делаем вдох. Медведи белые там, где так мало лета. Видишь, дело не в ганджа, мы поем не о ней. Слабая доля сильнее.